Яркие композиции черлидеров, чудесный закат, захватывающий колорит велопраздника, разные модели двухколесников, интересная геометрия рам, натертые до блеска детали, помолодевший металл, чарующая дружеская атмосфера. Это своя изюминка, когда ты едешь с подругой, едешь среди мечей. В этом и заключается определенная волшебная специфика этого велопробега. Фото на память. Многие решили участвовать в пробеге с семьями. Валерий Щербинин взял напарники внука Володю. Внук сегодня сказал: деда, поедем. И мы поехали. Мы сами с первого кирпичного приехали сюда. Мы уже 15 километров больше намотали. Предстартовый ажиотаж. Мигающие светлячки фонариков, бодро реющие российские флаги, напутственное слово первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрея Хромова. Мы собираем здесь любителей велосипеда для того, чтобы вместе со всеми прокатиться. Прокатиться ночью при свете фонарей. Я думаю, это как раз вот та фишка, которая больше всего интригует. Дружный старт, воодушевление, спокойный, уверенный разгон, движение в удовольствие по классному маршруту. Омская крепость, здание правительства, набережная, Зеленый остров и обратно. 7 километров, 200 метров на одном дыхании. Яркие эмоции на финише. Радует все, радует маршрут, радует погода, радует большое количество участников. Вот этот вот драйв коллективный. В общем, все здорово, все замечательно. Спасибо организаторам. Омская велосаунд. Общество крепнет, становится сильнее, дружнее, сплоченнее. Впереди новые старты. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.